Всем привет! В эфире научно-познавательная, животно-заботливая передача «Музик Зон. Новый сезон». И я ее ведущий, Музик Музонов. Не так давно мой друг Мико из группы Upgrade пригласил меня поучаствовать в съемках его совместного клипа с казахстанским певцом Айдарбеком Респект. Мало того, мне досталась главная роль в клипе. Я звезда, как тяжело быть звездой. Я звезда, как тяжело быть звездой. Но не подумайте, что коты способны только на это. Как вам такой поворот? Коты-ассасины из Assassin's Creed. Акото Марио. Мало того, коты — прирожденные маньяки и запросто могут сыграть отрицательную роль в каком-нибудь фильме ужасов. И это будет настолько правдоподобно, что зрители во время просмотра будут вести себя примерно так. Продолжая перечислять все достоинства моих собратьев, отмечу, что коты также превосходные няньки и сиделки. Россиянин выловил в реке рыбу с человеческими зубами. Рыбак из Архангельска выловил рыбу, похожую на леща, с человеческими зубами. Несколько лет подряд архангельский рыбак Александр Коробов ходит на рыбалку на Северную Двину. Однако такая рыба попалась ему впервые. Взял в руки, понюхал, вроде бы свежая. Жабры открыл, жабры красные. Рот не похож на рот леща. Открываю, а там зубы человеческие. Я аж руку отдернул. Так испугался, говорит удивленный рыбак. О своей находке Коробов сообщил в местный рыбнадзор, сотрудники которого затруднились классифицировать рыбу. После ряда экспертиз в Институте рыбного хозяйства и океанографии имени Книповича выяснили, что это пиранья. Существует более 90 видов пираний, кровожадных, которых показывают в фильмах, всего несколько видов. А этот экземпляр относится к мирным, растительноядным пираньям. Ученые предполагают, что самостоятельно заплыть в воды России рыба не могла. Предположительно, ее завез бывший хозяин, который позже от нее избавился. В США пожарные спасли от огня семью хомяков. Пожарные вынесли из горящего трейлера в американском городе Лейси, штат Вашингтон, пятерых хомяков. Пожарные использовали самодельные кислородные маски, которые соорудили из подручных материалов, основываясь на информации из карманного руководства по оказанию помощи животным. Четверым хомякам удалось сохранить жизнь. Кроме хомяков, во время пожара в доме никто не находился. Уточняется, что его причиной могла стать невыключенная сушилка для белья. В Китае прошел конкурс красоты среди куриц. В Ичане, провинция Хубэй, прошел конкурс красоты среди кур. В финале перед жюри предстали 7 птиц, которых оценивали по плотности оперения, пропорциям тела, походке и особым талантам. Победу в конкурсе одержала курица по имени Мэй. Хозяин птицы, Гэнг Пен, заявил, что не удивлен победой своего питомца, так как считает Мэй воплощением абсолютной красоты. Отмечается, что победу в конкурсе птицы принес танец, который она исполнила под традиционную китайскую народную музыку. После этого курицу продали на аукционе более чем за $800 США. Завершает нашу информационно-развлекательную четвероного-позитивную программу видеоклип, который мне приглянулся. Сегодня это видео от Бьянки на композицию «Я не отступлю». Почему я выбрал именно этот клип, думаю, вы все поймете, посмотрев его сейчас на экранах своих мониторов. Если меня только ты, и я не отступлю. Если б только ты знал, что я уже люблю. Бессонница, ты моя, и это навсегда. Дай мне руку.
смотрели Music Zone новый сезон в эфире лучшего музыкального. С вами был Музик Музонов. Всем пока. Мяу. What the fuck say?